приехал в город Халле, ну или по-русски Галле. Небольшой, 240 тысяч. Первое упоминание, 806 год. У меня есть пару часов, погуляю по городу. Название произошло от кельтского и переводится как «места, богатые солью». Иногда такое чувство, что я гуляю по Риге. Решил все-таки опять открыть Инстаграм и буду туда закидывать фотки, чтобы не вставлять их в конце видео, так что иногда буду закидывать туда. Ссылка на канал будет внизу, ну и смотрите, если кому интересно. Это художественная школа, как я понимаю. Даже по-русски было написано «мы народ» или «мы все народ». Я бы написал «мы люди», а не «народ». Народ для меня на базаре. Замок заходить нельзя, потому что корона, но я чуть-чуть вон там за угол прошелся, мне разрешили. И все, мне пора уже ехать, так что до встречи.